Pourquoi fait-il ça? Добрый вечер, Оливье. Месье де Лассер дома? Господин де Лассер, сегодня будет поздно. Ясно. Значит, пока что поговорю с Элизой. Очень в этом сомневаюсь. Мадмуазель сейчас на званом вечере, в ее честь. А во дворце? Званый вечер? Меня не позвали. Да, и лошадей тоже. Уверен, Элиза просто забыла. Ну да ничего. Так, а поздно это когда? Через час или через три, или может завтра. Я не задаю лишних вопросов господам. Что ж, подожду здесь. «Мир» или «Трактат о свете Декарта». Я так и не дочитал. Может, подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу, в таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал. Постой, друг мой. Дай-ка я отнесу. О, спасибо, юноша.
Максимилиан Робеспьер. Один. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Шарль Габриэль Сивер. Два гостя. Следующий. Какая толпа? Да уж. Народ уже хватается за оружие, а у них тут приемы. А в честь чего нынче прием? Не знаю. Какая-то там церемония для дочки месье Таласера. Уйди! А вы меня тогда впустите? Что? Конечно, нет! Тогда, раз уж вам все равно, я останусь здесь. Ты! Слезай!
Встретимся в саду позже. Конечно. Вечер сегодня удался. Я и не припомню, когда мы так собирались все вместе. Вероятно, во время... Потанцуйте со мной, красавчик. Спасибо. В другой раз. Она же дикая. Я не позволю оставить меня в дураках. Говорят, она играет 20 ночи на пролет. Каких-то хлопот. Она совсем не меняется. Je ne peux pas être plus heureux homme. Trois fermiers en colère avec leur fou. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, подстать твоему. На тебе костюм моего отца? А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванства. Ужасно. Раз не приглашаешь на прием и меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? Откройте! Кто там? Беги, я отвлеку их. Что? Ты меня гонишь? Все. Не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, второй раз, как тогда в саду, у тебя не выйдет. Прекрати ребячество. В этот раз сторожевых собак нет. Беги! Боже! Так это вовсе не бильярдное, верно? Там караулить, но нет. Просто глупо. Никого тут нет. Не стоило нарушать закон. Не убежишь! Могу спорить, опять блевот у богачей с башмаков. Валим их!